Фух, всем привет, с вами Алекс. Мы продолжаем играть. Ой, извиняюсь за то, что в конце предыдущего выпуска слишком громко орал, но я просто реально испугался. Попил, чай не нашел, попил кофе, все отлично, я проснулся. Вообще здорово. Ой, блин, что за херня была, я так и не понял. Очень страшная штука. Какая-то летающая непонятная голова. Я уже залил ролик, ну, к началу этого. Посмотрел на стоп-кадре, что да как она выглядит. Я стоп-кадр, наверное, раз, не знаю, много пересматривал. Блин, это какая-то голова непонятная. Не стал гуглить ничего, вообще, ну, так интереснее играть, когда не знаешь ничего. Фух. Ну да, лучница, ты меня уже не удивишь. Лучница уже вся, уже старая стала. Но тебе на замену пришла какая-то голова. Фу, блин, какая-то стрёмная голова. Она еще взорвалась, я не понял, я ее убил. Или она тпшнулась. Я поставил на стоп-кадр. Сделал все свои дела. Попил, поесть уже успел, проснуться до конца. А, кто не знает, как ставить на стоп-кадр, вот я нажимаю Escape, да? Стоп-кадра нет. Просто мышкой за край экрана нажимаете. Если вы в окне играете, это сработает. На рабочий стол, например, тыкаете, и игра останавливается. Вот так вот можно ее поставить и на паузу. Фух, не обязательно уходить каждый раз. Или можно ее свернуть и на рабочий стол для уверенности. Еще щелкнуть, что-то у меня опять голос сорвался. Ой, блин, не могу уже дышать. Такая непонятная страшная ерунда. Она еще взорвалась, облилась огнем. Это жесть. Это жесть. Голова. Вообще, я ее вообще не видел. Даже не ожидал, не ожидал. У меня, блин, столько эмоций всяких разных. Из-за этой башки. Блин, уровень жалко, я не вижу сейчас, какой уровень, на каком я нахожусь. В принципе, это бы вряд ли бы помогло. Потому что, мне кажется, она в большом диапазоне находится. Или редко очень попадается. Причем орка мы не встретили ни разу. Все-таки есть плюс в данной сборке. Тупо снимать, как я собираю ресурсы. Есть. Что там за... Что ее глючит? А, она прыгает. Есть. Все-таки есть. Какая-нибудь такая ерунда выскочит. И все. И сидишь с полными штанами. На своем добре. Как на грелке. Ой, кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Так, продолжаем собирать. Я уже не как в предыдущий раз. Это все время ныло, устал. Я больше жду не когда я соберу бронзу, а когда вылетит опять какая-нибудь дура непонятная. Мне как бы интересно все-таки. Вдруг еще какая-нибудь тварь вылетит. Ой, опять лук вылетел. Лук. Ну, блин, у меня столько луков. Я уже продал их всех. Давно. Что-то мне кажется, или все-таки медь пореже чуть-чуть появляется, или я просто тормоз. Слишком медленно пещеры обхожу. Блин, я не помню, что нужно на бронзу. Ну и фиг с ней. Сейчас к нему голову встретим, у нее спросим. Блин, с нее ничего не выпало. Блин, я и не видел, или это огонь был, как она сдохла, или как она телепортировалась. Ну, как вариант, вдруг она телепортироваться умеет, кто его знает. А просто, ну, предполагаю. Блин, всякое может быть же, все-таки. Там какая-то красная руда, типа камушков. Это что? Рубин, да? Рубин? Рубин. Рубин. Ой-ой-ой, не заметил этого желудя. Желудя, слизня, ой, ничего, странного, огромного. Так, собираем рубин, там что-то внизу, а, кролик мой прыгает. Так, паутина нам нужна. Я что-то не мог понять, и до сих пор, вот кто заметил, у меня что-то кадры подпрыгивают. Не могу понять, в чем дело. Нет, 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 нет. Вот это тут вода, я тону. Сердце. Фух.
Фу, вот это да. Вот это да. Вот это было глубоко. Собираем тин. Весь нахер тин собираем. Блин, палку выкинул. Как всегда. Ай, еще одну. Как ее выкинул? Палку, как я выкинул? Я же кирку брал в руки. Да что я, блин, за дебил такой, а? Ой, еле как, блин, со столько времени выбил две неоновые палки и просрал их тупо обе подряд. У меня всегда с ними проблема, блин. Хоть факел убрать можно, а эти палки нет. Не факел, когда, кстати, воду кидаешь, он это не светит. Ну-ка. Не светит. Блин, я не вижу ни хера вообще. Что мне делать? Так. А, вот. Выбрался. Воздуха есть. Так, надо закушать. Угу. Еда качается. Ночь Красной Луны! Ночь Красной Луны! Идем наверх! Блин, ночь Красной Луны! Ночь Красной Луны! Это круто, это круто! Сейчас будет жопа, а я хочу наверх, короче, сходить. Там говорят же, все, дом разрушат. Ну как, если буду в доме находиться в доме. В доме. Давай, давай, иди ты. Шапка-ушанка. Блин, еще голодный. Я не знаю, как еду сейчас брать буду из дома. Как мне выбраться-то отсюда? Где выход? А, вот он. О, начинается. Вон они пошли. Или они просто из темноты пошли, или что, я не знаю. Говорят, на поверхности жопа будет. Я хочу срочно на поверхность подняться. Просто в срочном порядке. Так, тут я замочил первый раз тролля, я помню. Вот этого орка, тролля, как я уже не помню, как его точно назвать, но я помню, что тут я его замочил. О, сейчас будет, блин, веселье. Это подождите, ночь Красной Луны, сейчас пойди вечер, или ночь Красной Луны типа наступает, а потом она наступит. Я не помню, как она уже сама по себе идет. Да собирайся ты! Давай! Давай, давай, давай. Тормоз, блин. Угу, мы уже близко. У поверхности. Ой. Народ, я не знаю, тут что-то расхерачено все. Я, наверное, пропустил орка, да? Я, наверное, пропустил орка, потому что такой погром может сделать только он. Давай, ставь себе факел. Так, нам просто, блин, медь-то это нужна, сраная, я ее соберу. Просто чтобы не пропустить, не забыть про нее вообще. Блин, ночь Красной Луны. Это луна же красная была написана. Блин, я не могу чат открыть, я выкинул еще свою сакуру. Сакуру, вот, бурду-мурду. Так, идем дальше. Идем дальше, 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 выше. Все выше и выше. Че? Соседи дебоширят, что-то по стене стучат головой, что ли. Ой, если сейчас дрелью начну сверлить, это все, это капец. Это сразу все, заворачивай меня, выпуск нафиг. Потому что соседи у меня просто дебилы полные. Вот, блин, я не могу выбраться. Как можно сверлить в стене дырку 4 часа подряд в одном и том же месте? Насколько надо быть дебилом, я не могу понять. Если уперся в арматуру, ну сверло поменяй, не знаю, смочи его как-нибудь. Нет, он стоит, дверь, дрель. Надо с усилием еще дырку-то делать, блин, а он... Похоже, просто ее проглаживает все время, блин. Это помню, когда на кухне-то было дело. Делали для полочки дырки. Так там это. Первая дырка нормально получилась, а вот во второй в арматуру это уперлись. Ой, капец. Ну мы недолго парились. Мы быстро все решили. А сосед, придурок, не может понять, как нужно сверлить. Он вообще, похоже, сверлить не умеет, потому что он придурок. Блин, давай, давай, выбирайся, тут понты остались. О, зелье. Так. Опа, есть, есть, я выбрался. Сейчас вечер, сейчас уже ночь идет. Ух ты. Все красное такое. Я уже не помню, как она сама по себе выглядит. Но бежит сразу уже. Так, давайте до дома.
Не будем доходить? Фу, блин, коровы вы. Коровы, ну вы коровы вообще. Это вот здесь вот, тут вот ямка же есть, вот в этой ямке посидим. Офигеть, а зомби уже с самого начала уже выношу нормально. Кто там, корова? Почему в ночь курица? Почему в ночь Красной Луны спавнятся животные? Прям так интенсивно еще. Почему простое зомби? Я не понял. Почему простые зомби? Почему глаз простой? Ой, сколько их пошло! Нифига себе, вот это пати. Вот это круто. Давайте, давайте, все вниз идите, а я сейчас буду вот этой леденочкой тыкать. Сейчас факел поставлю, чтобы светло было. Да, вот этой леденочкой. Ой, опять светануло. Ты ж, блин, что у меня светит? Прям так берет и светит. Не знаю, что это. Ой, какие вы слабые все, вообще. Офигеть, их много. Их больше, чем раньше было. Ну, а где ворк? Где разруха? Где новые мобы? Ой, что-то глаз там наверху лаганул, видели? На него случайно посмотрел, попал прям. Ну и где ты? Где вы? Где вы? На, на, на. Так, надо покушать, зайдем домой. Так, надо дверьку-то запилить. Так, что покушать? Вот если сейчас орк вылетит, если он вылетит, о, это будет жопа вообще, полная жопа. Так, так, ням-ням. Ну, кончилось все, да и хватит, в принципе. Соберем звездочку. Звездочка. Все. Давай, давай. Все, сдох, сдох, да, сдох. Чем выпало, интересное. Не знаю, потом рассмотрим, что-то не могу ничего разглядеть. Так, и чё, ночь Красной Луны у нас, где орки, где мясо? Как обещали-то мне? Где? Давайте походим тогда, что ли, давайте пройдемся. В доме я постоял, жратву взял. Да, время было появиться. В окопы они залезали в больших количествах. Когда я вылезал на поверхность, новые мобы были, значит, моды еще работают. Так, надо, значит, просто ходить и искать его. Говорят, на поверхности. Ну, блин, я так жду его, я хочу его побить. Я ничего не вижу, что-то. Хочу его очень сильно побить. Но его что-то нету, вообще нету. Так, у меня уже много монеток. Ой, да там пати целая с коровой. Корову-то зачем держите-то? Корову-то хоть отпустите, что ли? Давайте, где вы все? О, орк, шаман. О, мне так нравятся его шары. Давай, стрельни. Бам, прям классно. Вот если у него его пушка вылетит, я так визжать буду. Блин, я хочу его пушку. Не пушку, а эту... херню-мерню. Чтобы пострелять шариками. Офигеть, я могу так тупо на месте стоять и собирать монеты. Это как... Баг есть в ночь Красной Луны, когда спавнер рыбок, ну, статую рыбок находите, подключаете ее к провода, короче, включаете, начинают спавниться рыбки. И когда вы спавните в ночь Красной Луны, ой-ой-ой, тогда это, появляются злые рыбки и в неограниченном количестве. Если там простые рыбки появляются вроде по 3 штуки, а... Блин, не могу говорить, что-то сложно мне здесь. А те рыбки появляются, короче, неограниченно. Что я сказал, сам не понял. Короче, простые рыбки появляются по 3 штуки, а злые рыбки сколько угодно. И они появляются, и с них еще монеты выпадают, в отличие от простых рыбок. Вот так вот, всем понятно? Я понял, что я сказал. Самое главное, что я понял. Разобрался в своих мыслях. Голова орка, тут даже позвоночник торчит. Офигеть. Блин, да где этот сраный говнюк? Где он? Я жду его. Где ты? Где ты? Вылезай. Еще один шаман. Столько шаманов, может, выпадет. Слушайте, серьезно что-нибудь из этого шамана? Внутренности какие-нибудь его. Давай, давай, давай. Ближе, 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 ближе. Оп, захилился. Ой, сколько же вас говнюков. Вот идет этот мечник.
Идет шаман. Вот мечник мало того, что с мечами бегает, так он еще ими кидает. Фух, блин, я устал. Какой уже второй уровень оружия. Фу, блин. Че, все, да? И вот ради вот этого момента я ждал красную ночь. Ночь красной луны, блин. О, черная линза. Так, что тут? Блин, мерцокорень. Не люблю мерцокорень. Мерцокорень этот. Мне он просто не нравится. Я зельев не делаю никаких. И не хочу делать. Разве что, если потом уже нас спичит, тогда да. Давайте гриб съедим и соберем железо. Все. Па-па-пам-пам-па-па-па-па-па-па-пам. Надо вот эту траву все убрать, чтобы появлялись грибы. Как бы грибы мы теперь просто как продукт используем, а не как восстановление жизни. А вот я уже начал чувствовать то, что надо кушать все-таки когда-то. Ну, не так часто, в принципе. Ой-ой-ой. Ладно, идем дальше, выше, обратно. Все это дело сложим, переделаем. О, копер у нас уже 91. Может, что-нибудь придумаем. Фу, устал. Ёб твою мать! Ебануться! Пиздец! Блядь. Извиняюсь, чё за херня? Чё за ерунда? Где кусок моего дома? Ой, блин, где моё перило? Как я опять пропустил орка? Я не видел его. Блин, я его не видел и не слышал. Блин, слушайте, он реально есть. Только он какой-то невидимый. Оп, невидимый. Невидимый орк, который ходит и всё ломает. Это не жесть, это пиздец уже. Невидимый орк. Ой, блин, ну нет. Ой-ой-ой, там же у меня еще один дом есть. Дом, тихо. Фух, целый. Вот мудак, блин, так все красиво было. Так все было красиво. Как он успел? Как он посмел? Ай-яй-яй-яй-яй. Скидываем все в стаки. Здесь все в стаки. И тут все в стаки. Сейчас все аккуратненько расставлю. Блин, ну как он посмел, а? Как он мог? Говно кусок. Офигеть. Нет. Уже травой все заросло. Блин. Как я его пропустил, я не могу понять. Второго орка, как такую махину вонючую, огромную, зеленую, сраную, стреляющую, взрывающую, можно просто тупо просрать? Или это только я так умею делать? Я не знаю. Обидно. Ну хоть дом не задел, это здорово. Дом цел. Все внутри живы, все здоровы. Это круто, это очень здорово. Так. Ну, теперь перила давайте переставим, раз такие дела. Решетку сюда воткнем. Так, перила. Так, здесь. Здесь. Оп. Крутяк же. Вот так вот. Ой, блин, нет, что-то надела не то. Так, здесь. Здесь. Ой, нет. Опять я что-то накосячил. Так, перила вот же идет вниз. Я его ставлю вниз.
Что-то, блин, я опять не могу разобраться с этими перилами. Ладно, вот так пускай будет. Оп, оп, оп. Дык, дык. Ладно. Ой, блин, сраный орк. Вонючий, сраный, долбанный орк. Нет, все-таки вы правы, да. Он разносит, только я его не видел. Я его серьезно не видел. Вот если бы я увидел, я бы тогда, ой, как бы паниковал. Откуда он вылез? Благо он хоть вкопался, дом не разобрал. Фу, блин. Налил себе стакан и все пить, выпить не мог до этого момента. Фух, да, орк существует. Дом сломать может. Ночь красной луны, я понял, спавнится большинство обычных зомби с глазками. Ну и если походить, то будут появляться разные новые мобы, из которых я так и не нашел новых предметов. То есть я думал, хотя бы мечик выпадет, еще один. Жезл, посох. Блин, я хочу, сука, посох вот этот. Чтоб стрелять лампочками этими. Ой, лампочками. Ой, фаерболами, шариками. Блин, ужасно хочу. Блин, блин, блин. Нету, нету. Ну ладно. Эх, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачи.